С друзьями ты не броди, по широким проспектам, значит, ты не беда, лучший город земли. Слова о тебе, Москва. Как наушники? Я тебя вообще почти не слышу. Да. Откуда? Смотря что, будто и все. А, как откуда вы? Из Москвы. Класс. А про Kill Bill не спросил? Да, про Kill Bill надо спросить. Про Kill Bill, можете еще что-нибудь спеть? Да. Ну такое быстренькое, такое коротенькое, да, просто настроить обработку. Давай еще раз. Микрофон только пели, но не говорили. Ты можешь Ты никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал до зари. С друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. У меня вот такой вопрос. Ну вот когда вы, допустим, дирижер хора, и вот вы руководите, там 200 человек стоит, и вы чувствуете, вот, конечно, что вон тот вот усатый, он фальшивит. А это же за спиной тоже публик. Как ему подать сигнал? Мимика или указать на него? Как вот расскажите секрет? Знаете, секретов. Вот так. По горлу пальцем. У меня перед глазами был такой пример, великий совершенно, я считаю, человек. Виктор Сергеевич Попов, собственно говоря, который был просто нашим альма-матером, да, вот в основном все, кто здесь стоят, ну, большинство, они его видели вживую и под его началом работали. И он мог сделать все, что угодно. Он мог кинуть тапком, посмотреть. Достаточно было одного взгляда его, чтобы в радиусе 10 человек вокруг тебя все были синие, просто с пупырышками, и тряслись, как осиновый лист. На самом деле, хотел сказать огромное спасибо за приглашение сюда. Для нас это особенный праздник, потому что, по-моему, большинство из нас, или почти все являются давними поклонниками «Серебряного дождя». Вот. Спасибо огромное. Вот спасибо вам, нам очень приятно. Ого, нифига себе, какой торт принесли. Кстати, все можно еще и посмотреть на нашем сайте silver.ru, то, что происходит. Да, нас транслируют. С приемничком, я бы сказала. Торт с приемничком сверху. Единственное, мы, конечно, не сможем его съесть, мы все на диете. А я нет. Александр, про себя не говори. Спасибо. Слушайте, какой красивый действительно торт. Ребят, я не ожидал. Спасибо. Эти слова о тебе, Москва, песня плывет в сердце поет. Эти слова о тебе, Москва. Ba-dum!